Привет, дорогие друзья, вы смотрите канал Maximum Rage, и с вами Анатолий и Андрей. Всем привет. И сейчас мы продолжаем проходить Titan Quest и Immortal Throne, так что погнали, Андрей. Так, ты не туда бежишь. Как не туда? Вот сюда нам. А, это новая деревня? Ну да, только тут портала нет. Ой. Кстати, я в этой карте даже и не был, ну, в этой части карты. Представляешь, я тоже. Сейчас хитин, сосновый шлем. Ну хотя он говняной, наверное, да? Да, обычно. У меня есть огненные шарики. Я знаю, что вот тут вот будет веселуха, чудо. Вау! Дальше. Сейчас я огненным шариком немножко пойму. А, блин, у меня заряжают. Ой, мелкий паучок. Ему хватило по одному разу от нас, да? Угу. Да блин, а тут еще один. Хотя я его с одного раза снес. Меня еще лук поглощает в жизни. Фигня. А, подожди, надо тебя в команду пригласить. А, точно. СП. Андрей, пригласить. А то мы как-то так по отдельности бегаем. Да я просто смотрю, блин, хочется посмотреть на твое здоровье. Думаю, а какого хрена нету здоровья? Индикатора. Потом дошло. Ёшкин кот, надо же его в команду позвать. Ух ты, них. Финальная, она желтым светится, она значит мощная. Я бы ее сейчас в ловчий заныкали. А, тебя, кстати, в ловчий тоже заныкали. Может, не ловчий лучше взять вместо этих шариков? Ну, так ты можешь этот выложить. Кого? Ну. А, понял. А их они перезаряжаются отдельно? Да, по-моему. Сейчас я возьму. Да, отдельно. На единичку ловчий, а на это возьму. Единственное, что они автоматом не бьют, куда у тебя мышка указывается. Ты клацаешь один, а потом мышкой клацаешь левой кнопкой, куда кидать. Это единственный недостаток. Ну ладно, это не страшно. Это не страшно, я привык. А, ну все отлично, мне понравилось даже. Все справляюсь я с этим. Вот сейчас нам вот тут надо. Вау. Ой. Знаешь, прикольно получается, так того пульнул шарами, в того. Того, блин, в ловчий словил. О, вот сейчас нам тут вот задание дадут. Нифига себе, у меня говняшек уже лежит. Сколько? Сейчас тут будет веселуха вообще полная. Вау, кто это? Это нимфа. Смертный. Я Наяда. Дух этого ручья. Это она болеет. Болеет. Воду в ручье отравили, и я так, заболела. Так, стоп. Туда нам мерзкие заходить надо, опустошившись. Ага. Так, отравленный источник. А, это не то случайное здание, где ты брал его? Угу. Сейчас я свой портал кину. Пользуйтесь порталом RH15. Оттуда мы выгребем, ну, просто немерено. Навара. Какого ты знаешь? Ну, я... Это единственное здание, которое я прошел помимо. Тебе нужно подготовиться вторым к путешествиям. Угу. Это опасно. Купи здесь то, что тебе нужно. Говно это все. Не собираюсь это покупать. Кстати, у меня силы хватает, интересно. Всего хорошего. Мне вот очень это интересно. Я теперь мысетель. Кстати, уровень скоро. Я могу посторожить твои вещи. Мне не хватает 4 каких-то силы. Что ж такое-то? Я тоже надеюсь, что мне хватит. Я даже не знаю. Кирасу Кентавра может просто выкинуть. Ну, забрать, что ли? Ты ладно. Идешь? Да, я иду. Все, пусть погнали. Гера хранит тебя. Тут сейчас будет большая мочилова. А ты там где? На входе. Жду тебя. Это правильно. Я просто там решал глобальные проблемы. Подожди, сейчас. Меня немножечко отколбасит и пошли. Let's go! Let's do it! Так, что у меня тут есть? О, есть заморозка. На четвертый. Ну я здесь явно не был. Блин, что-то я на мелких потратил свои силы. Кстати, ловчик перезаряжается без ловчи. О, помазал. Или нет? Да, ловчик, конечно, очень быстро и очень далеко можно его кидать. Офигенная вещь. Ух ты, это ты сделал? Угу. Что это с ним случилось? Я смотрю, он замерз как-то.
Ну, замерз. О, это мин. Возьми ты ледяную ару, я чуть не взял ее. Так, тихо, стоять останься. Вещь классная. А, ну тебе-то да. И мне тоже. Ну, тебе нет. Смотри, я не вздумал наебать. А, ты там все собрал, я смотрю, блин, что-то выпало, не высвечивается. Ну ты веди, я не знаю, куда бежать, ты здесь главный. Тут надо всех зачистить. То, что зачистить, я это понял. Этим я и занимаюсь. Пульну. А вообще все отлично. Сейчас от того кину лучше. Приятель, чё, застрял? А его лучше жрет, круто вообще, смотри, сейчас сожрет его. Его даже трогать не надо было. Он у него тупо было все здоровье. А как ты... Как ты потом... А, блядь, я постоянно жмакал не альт, а окошко. И думал, а почему мне не встречаются вещи? Думал, ёптри. Оказывается, я просто олень, да? Всегда. Блин, у меня же здоровье скоро 1000 будет. Это хорошо. Растем. Куда ты убежал? Тут говна валяется нифига. У меня уже весь инвентарь забит. Ну ладно, пошли. Чё стоишь, пустишь? Вау. Переставлял немного. Ух ты, кушанул их, маляха. Я огоньком не бахнул. О, теперь бахнул. Стой. Не, при таком разрешении намного лучше даже играть стало. Так, когда оно было все большое и вообще, ну, я нашел много плюсов в том, чтобы так теперь делать все, правильно? Вау, тихо, ребят, я охотник, все, я охотник, лови, короче. Да, только они об этом не знают. Да, сейчас я жахну. Да. Нифига себе здесь повыпадало. Я же говорю, your inventory you can't carry anymore. Забираю. You can't carry anymore. You can't carry anymore. You can't carry anymore. Тут вообще вытаскивать, ну просто немерено. Я вижу, что телепортнёрся, значит и я. Я лучше в дело сразу. Блин, еще чуть-чуть и уровень, я наконец-то себе силу чуть-чуть повышу и смогу одеть броню. Везет тебе. Мне еще 4000 до уровня. Мне 1300 там чем-то. Доброе было. Утро! Усиленные железные наручные, не хочу. У моих стоит еще магия. А тут что, говняшки какие-то. Короче, тут ничего интересного. Валим. До свидания. Валим, да? Сейчас, я смотрю. Ну, я там пока подбираю вещи. Угу. Зловещее логово называется локация, в которой мы были. Ух ты! Какого хрена я появился, а тут маленькие пауки на меня напали. Их же не было. Отпинали тебя? Да, какой там отпинали. Я им только подъел. Я ими наелся. Знаю, что у меня лук того. Нетрадиционной ориентации. Ну, я волчий. Магический сундук. Ну, я имею в виду то, что лук у меня сосет просто. Понимаешь, сосет. Вот и поэтому и нетрадиционная ориентация. Ну куда ты все похватал? Это ты большую часть забрал. Не, там было что-то интересное, я только говно поподбирал. Тебе показали, что ты я. Это был ни хрена не я. А, блин, говно. Мочи, блин. Мочи. Давай, огонь. Во. Почему я говно подбираю? Подбирай ты говно. На. Шел сзади. Так. Медный зимой. Чувствую, у меня. Да, у меня уже почти полный, кстати, пробую отсортировать. Это не поможет. До 5 идти уже. О! Да ладно, что ты. А, у тебя здоровье, нифига себе. Возьми наручи. Наручи, блядь, возьми. Сейчас по карте гляну. Ну, мы вертимся. А, где-то. Нам еще тут зачистить, а потом. Потом суп с котом. Мне вот надо бы, пожалуй, это. О, уровень! Получил уровень. You can't carry anymore. Подожди сейчас.
Сейчас медный топор заберу. Подожди, не уходи никуда, давай телепортнемся. Подадим. У меня вообще... Давай. Ну,